Привет, мой маленький слушатель. Эта история случилась очень давно. Жило-было привидение в старом замке. Уже многие годы оно летало, пугая людей. То на чердаке из темного угла выглянет, то из подвала так завоет, что взрослые пугались, а дети дрожали и плакали. Но однажды случилась такая история. Привидение летало, как обычно, пугало людей, гремело, шуршало. Встретив на темной лестнице маленькую девочку, оно не испугало ее. Она в ответ ему улыбнулась. Но после этого привидение очень сильно заболело. Да-да, именно. У него пропала прозрачность, и оно не могло больше летать сквозь стены, а самое главное – пугать людей. Его навестила бабушка-привидение, которая сказала, как можно вылечиться. «Тебе может помочь только лекарство, которое называется детский смех». «А где его достать?» – спросила привидение. Этого бабушка не знала. Она, как и ее внук, никогда не смешила людей. Она знала одно, что именно заболевшему нужно было рассмешить ребенка. Впервые в жизни рассмешить. Но как? Решил спросить у летучих мышей. Они наверняка много знают про людей. «Летучие мыши!» — позвало их привидение. «Подскажите, как рассмешить человека?» Мыши, немного подумав, ответили: «Мы знаем, мы знаем. Они смеются, когда кто-то нелепо падает». «Да-да, да-да, мы видели, видели», — подхватили другие. Призадумалось привидение. «Надо попробовать. Уж упасть нелепо я смогу». Дождавшись ночи, на пустынной улице осмотрелась, а вдалеке заметила в дом, в котором ярко огни горели и играла музыка. Привидение направилось туда. Заглянув в окно, увидела много взрослых с детьми. Все играли, танцевали и весело смеялись. «Вот что мне надо!» – обрадовалось привидение. Незаметно прошмыгнув в дом, дождавшись момента, растянулась среди зала, как будто бы споткнулся. Раздались вопли, крики, люди стали разбегаться, кто куда, не разбирая дороги. И лишь одна девочка стала громко хохотать, показывая пальцем в сторону привидения. И, о чудо, у привидения появилась легкость, летучесть. Оно взмыло вверх и тоже весело захохотало. Волшебное лекарство подействовало. После исцеления привидение больше никогда не пугало людей. Ему понравилось смешить. Оно очень подружилось с той девочкой и ее друзьями. Они много проводили свободного времени, смеясь от души. Дали имя привидению. Как вы думаете, ребята, как они его назвали? И еще, оказывается, корчить рожицы еще смешнее. И привидение кривлялось, смешно падало, когда вдруг девочке или ее друзьям становилось грустно. Малыш, а тебе понравилась сказка?